Всем привет-привет! У нас уже день ближется к обеду, точнее. Варим супчик. Сейчас будем, точнее, доваривать его. Вот. А сегодня у нас по плану... Что у нас по плану? Пойдем искать весенние вещи. Где-то там. Будем, короче, разбирать диван, пересматривать вещи. Потому что на улице стало тепло относительно. Зимние куртки мы уже сняли. Они уже в стирке, стираются. Вот. Сегодня будем искать вещи, а завтра будем зимние упаковывать. Вот. Поэтому... Ну, начнем мы с супа. Точнее, начнем мы с чая. Сначала надо почистить картошечки. Может, есть желающая? Я никого не знаю. Точнее, надо стеснять свою чалму. Пойдем сушить голову. Сейчас будем запускать следующую машинку. Настюшины уже вещи постирались и стали Сашкины. Зимние. Когда наступает сезон смены пары года, стирки прибавляются вдвое. Не знаю. По-моему, этой машинке ничего не поможет, да? Так, где мой порошок? Все, запускаем. Машинка что-то сегодня не хотела утром стирать. Все, ошибку там выдавала. Можно пока не вешать туда, пока я приклеил? Вешать? Ну, вот я тоже дальше подумала. Ладно. Машинку мы запустили. А еще, мы сейчас найдем вещей. Ну, точнее, может, что-то отберем в этом осеннее. И их тоже надо будет охоласкивать, перестирывать. Ладно, пойдем мы пока доваривать суп. Мяско уже у нас сварилось. Пойдем.
А чем шиворот лучше, чем на выворот? И это, надо потом сейчас заклейки только купить. Нам еще за пакетами сейчас ходить. Ну, сейчас все уберем, потом за детьми пойдем и зайдем. Мы сегодня решили на самокат пойти. Да? Ну, а улицевитель какой-то, смотрю, сегодня. Ну, есть. Так, ладно, давай все это быстренько уберем. Странно, что этот лего мы упаковали, две лего машинки оставили и вот солдатик? Зачем-то стоящих солдатиков. Хотя в принципе можно было. Конечно. Ну вот сейчас давай принципе, мы ждем конец месяца. Тогда у нас стартует новая акция. Где мы упаковываем все и сразу. Что не нужно, да? Да я бы сказал, что в том случае мы упаковываем даже нужное. Ну, по большому. За два месяца. Ну ты что-то перебор. Перебор? Конечно. Я все понимаю, да. Готовимся. На низком старте. Угу. Вечная стирка, да? И эта стирка-то, ну, она уже длится каждый день последнюю неделю. Нам надо машину стиральную на 30 килограмм. Ну, хотя бы на 10. Ага. На 10? Ну, мы будем, да, на 10 надо покупать. Да. Потому что все растут. Зато будет удобно стирать и подушки, и одеяло, и все остальное. Дети уже на велосипедах катаются. А мы будем на самокате. Снег почему-то вот во дворе так и не тает. Тут солнце, конечно, не бывает толком. Пойдем искать, что мы еще можем постирать. Не-не-не. Нет, идем перебирать. Ой, как-то бы сказать получше. Идем, короче, в детскую комнату. А там что-нибудь найдем. Нет, давай.
1, 2, 3, 4, 5. Тебе что, плохо? Что я ли? Иду тебя искать. Боже мой. Это ты хотела показать типа фокус, как из... Да, видишь, как это? А, мы уже пошли вот этого. Насадок для пылесоса. Я говорю, мы тоже ничего не забрали. Боже мой, сколько тут мусора. Ничего, Леночка. Ты-то тут... Не топчись. Это ужас какой-то. Здесь что, вот не ставим пятна, это что надо было чем-то кого-то запнуть. Кидывай крышку? Ну да. Давай. А, да, так. А вот тут она зимняя вещь. Реально, свитер просвечивается, да, вот порванный пакет. Да, они все уже подгуляли. Нет, оно видно, вот это наши первоначальные были. А что оно как-то только там? Так. Просто без ногами. Не знаю. Да? Ну вот этот пакет надо будет, когда весь снег растает, доставать. Ну когда уже будет такое плюс 15. Надо будет доставать снег, я запомню. Ну, плюс 15, так точно снег уже растает. Или его убрать, знаю, или его... Ну, потому что нам зимний надо будет вот так вот сложить. Да. А куда его убрать? В коридоре шкаф? Наверх он в шкаф не лезет. Не. Ну, поставь пока туда, не собирайся. Да? Я все равно это, блин, в ближайшее время что-то будет куда-то. Одно достанется, другое уберется. А тут? Все самое ненужное. Ну, уже, кажется, это просто большое. Это Сашка нам еще тоже большое. 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 Эта курочка Сашки будет нормально, нет? Угу. А? Туда тот мешок положить, чтобы сюда мы уже не заглядывали. Да? Да. Вот это, Никитина наша уже маленькая. А Сашки... Маленькая, а Сашки еще будет в самый раз. Нет, Сашки нам еще мешок. Может. Хотя может и нет. Надо. Давай туда же. Давай вот. Сюда, вот сейчас может не будет ходить тоже. А мы Никите покупали, да, как раз таки. Она на первый раз. Нет, она видит папка. И носил он ее 4 года. И куртка, кстати, целая даже. Ну, эти вот пакеты переехали, так далеко. И целая по большинству стали. А это ж не сейчас убирали, правильно? Ну. Нет. А, ну да, там куртка была. А, это то, что не строить. А. Тогда можно сделать наоборот. Вещи юного строителя. Не знаю, куда мы зимний будем убирать. В диван Никиты пускай. Мы будем торговать, чтобы сюда все тоже что-нибудь есть такого. И хоп. Боже мой, у меня столько под ногами песка. Это ужас просто. Машинки что убрал, просто чемодан же все. Ну игрушки как чемодан выбираются, и так из него еще и достаются. Ну, подобрал этот код.
что леги сюда уже подкидывают. А что ты предлагаешь? Машинки под, в, этот, в чемоданы под ключ? Ну, машинки временно можно было убрать, мне кажется. Он с ними вот поиграл. У них везде лего. Можешь лего сюда принести? Настюхин тоже замотан будет. Завтра возьмем все, упакуем его тоже. Цветочки могут. Сюда, по-моему, уже. Ой, что-то стало кашпила закрылась. Чего? Широкие. Подоконники? Да. А ты видишь, это вообще делать? Да, делать. Потом, разумеется, сюда. Ты, как всегда, все заставишь цветами? Нет, не все. У нас будет побольше, только крупные цветы. Так, что у нас тут? Тут еще там гирлянду снять, тут надо же. Ну, это в самую почти. Конечно. Последнюю очередь. Так, и что? Вот так. А ты хочешь его включать тут? Ну конечно. Сразу сейчас включу. Витька. Все убрали, перебрали. Смогли. Вот, сейчас Витёк уберется и все. А мы пошли в сад за детками. Пока-пока.